Северодвинске историческое событие. Открыто движение по новому мосту через Никольское устье. Правда, пока движение это технологическое. Для проезда используются только две полосы с правой части сооружения. Начало движения действительно по одной из частей нашего будущего моста. Вторая часть будет уже в ближайшее время использоваться для разборки старого моста. То есть здесь будет работать техника и люди. Соответственно, в зимний период будем демонтировать пролетное строение старого моста. Но остальные работы весенние, значит, это будет разборка опор моста после денадвижки. Весной же будет делать подходы, доустраивать на основном мосту, значит, делать пешеходные дорожки. Сдать мост с подъездными путями, тротуарами, велодорожкой подрядчик должен ровно через год, в октябре 2023-го.